Самая кровавая катастрофа произошла 6 июля 1988 года в Северном море на платформе Piper Alpha. В результате утечки газа и возгорания погибло 167 человек, а платформа полностью разрушена. Разумеется, снова виноват человеческий фактор. С вами в Техно 2, и сегодня мы пытаемся реконструировать историю и хронологию событий тех лет, а также ответим на главный вопрос о том, как это было на самом деле. «Это был пылающий ад», — рассказал на следующее утро водолаз Тони Пейн. Сначала грохнул чудовищный взрыв. Всюду погас свет. Завыли сирены тревоги. И платформа окуталась дымом. Затем раздался еще один взрыв, и вся платформа заполыхала. Нам удалось закрепить канат за поручень. Однако он не доставал до воды, поэтому пришлось прыгать метров с 10-15. Последний человек в нашей группе водолазов спасся, когда платформа уже раскололась пополам. Piper Alpha был большой закрепленной платформой на месторождении нефти Пайпера в 193 километрах к северо-востоку от Абердина. Она добывала сырую нефть и позже была преобразована для добычи газа из 24 скважин. Через подводный трубопровод газ транспортировался к базовому складу флота на Оркне. Вес платформы составлял 34 тысячи тонн, а благодаря чрезвычайно мощной проходимости через земную кору, Piper Alpha позволяла выкачивать до 160 тысяч баррелей нефти каждый рабочий день. Плюс к этому платформа поставляла сопутствующие продукты, а именно газы, бутан, пропан и метан. Платформа была оснащена собственной вертолетной площадкой и жилым корпусом, вмещающим 200 рабочих, которые работали на площадке посменно. Среда, 6 июля 1988 года, 7 часов 0 минут. На Северном море Штиль утренняя смена персонала огромной нефтяной платформы Piper Alpha начинала рабочий день. В этот день, среди прочих многочисленных работ, было запланировано проведение технического обслуживания резервного конденсатного насоса и предохранительного клапана на одном из трубопроводов в модуле С. Как это принято на производстве, было выписано два отдельных наряда допуска на проведение технических мероприятий. Один на профилактику непосредственно насоса, другой на техническое обслуживание предохранительного клапана. За время дневной смены работы по обслуживанию клапана бригаде нефтяников закончить не удалось. Работу отложили до утра. Вместо демонтированного оборудования была установлена фланцевая заглушка, о чем была сделана отметка в наряде на обслуживание клапана. По причине незавершения работ по ремонту клапана, работы по обслуживанию насоса так и не начались. Ремонтно-профилактические работы разного оборудования производились двумя разными службами. Оба наряда по окончанию смены направились в соответствующие ячейки для хранения документов каждой из них. В 18.00 дневная смена была окончена, на работу в диспетчерскую заступил оператор Джефф Боланс. Вечером резко похолодало, при снижении температуры воздуха возможно загидрачивание, то есть кристаллизация перекачиваемого газового конденсата. Скорее всего, это и послужило причиной аварийной остановки основного конденсатного насоса. В 21 час и 45 минут Джефф, увидев на пульте загоревшуюся кнопку, нарушен режим конденсатного насоса, направил для выяснения причины аварийной ситуации оператора Боба Вернона, эксплуатирующего это оборудование. Оперативно запустить насос Бобу не удавалось. Тем временем, по причине отсутствия откачки, стремительно рос уровень взлива конденсата в аварийном резервуаре. При его наполнении могло произойти автоматическое отключение электроснабжения всей платформы, что грозило прекращением добычи. Ситуация накалялась, вариантов было немного. Боб вспомнил про резервный насос и посмотрел в свои ячейки на нарядное выполнение работ по профилактике насоса. Из него следовало, что работы даже не начинались. В ячейку другой службы никто не заглядывал. На основании имеющихся данных старший оператор дал команду на запуск этого насоса. Это было первым звеном в череде трагических событий того дня, повлекших за собой гибель 167 человек. В 22 часа Майкл Клэк, капитан ремонтного судна «Шотландский рыцарь», находившегося в 25 километрах от станции «Альфа», увидел первый взрыв. После взрыва оператор Джефф Боланс вместе с 20 сотрудниками платформы оказался запертым в диспетчерской на высоте 30 метров от уровня моря. Оборудование связи и оповещение оказалось разрушено. Им повезло найти веревку, с помощью которой они спустились на нижнюю палубу и прыгнули в воду с высоты 6 метров. На место взрыва постепенно стягивались корабли с аварийными шлюпками. Джеффу Болансу с 20 членами команды удалось спастись, но не всем в этот день так повезло.
Затем прозвучал второй более мощный взрыв. Значительная часть платформы оказалась охвачена огнем. Около 100 человек собрались в столовой. Это помещение служило точкой для эвакуации при чрезвычайных ситуациях, так как рядом находилась вертолетная площадка. Однако шансов, что на ее сможет приземлиться вертолет, уже не было. Дым начал проникать в столовую. Спасатели, которые должны были прибыть по плану ликвидации ЧП, не появлялись. У людей начиналась паника. Некоторые кричали, что им страшно, и они не хотят умирать. Джим Макдональд, работавший на этой платформе уже 12 лет, принял решение самостоятельно выбраться на палубу, хоть это и было нарушением инструкций. Остальные члены команды попытались его удержать, на то, что тот ответил: «Хотите ждать, ждите, а я буду выбираться». Он распланировал себе маршрут на палубу через прачечную, но заблудился в клубах дыма и оказался в чьей-то каюте. Из последних сил, задыхаясь в дыму, Джим сообразил, что находится этажом выше. Спустившись на этаж ниже и выбравшись на палубу, он прыгнул в воду с высоты 21 метра. Следом прогремел третий взрыв. Осколки платформы разлетелись на 800 метров от эпицентра взрыва. Когда остальные люди из тех, кто мог выпрыгнуть в море не утонуть, были в спасательных шлюпках, прозвучал последний четвертый взрыв. Отсек в столовой накренился и ушел под воду вместе с сотней нефтяников. Платформы Пайпер Альфа больше не существовало. Причиной первого взрыва послужила та самая заглушка, которая была установлена вместо предохранительного клапана. После запуска насоса, который находился в резерве, газовый конденсат начал поступать в отсек С. По результатам расследований было выявлено, что гайки на заглушке были закручены от руки без применения ключей. Как следствие, утечка газа при включении насоса, повышение концентрации, искра и взрыв. Сам по себе первый взрыв не должен был привести к полному разрушению британской нефтяной платформы. Но как это часто бывает, в таких случаях одна ошибка накладывалась на другую. Причиной послужило то, что изначально платформа была запроектирована и смонтирована под добычу нефти, а уже позже ее решили модернизировать под добычу газа и газового конденсата. Модуль С, где стоял насос, отделялся от блока B, который представлял собой нефтяной резервуарный парк с специальным огнеупорными щитами. Такие щиты по логике должны выдерживать горение до 6 часов, но оказались совершенно беззащитны перед взрывной волной. Огонь, уничтожив перегородку, перекинулся на цистерны с нефтью, и уже клубы черного дыма окутали платформу после очередного хлопка. Однако даже это не должно было уничтожить Альфу. С таким пожаром можно было справиться, но череду роковых случайностей было не остановить. Автоматическая система пожаротушения оказалась в положении ручного управления со времен последней вылазки водолазов. Это делается намеренно, чтобы избежать ошибочного включения мощных пожарных насосов при нахождении водолазов в воде. Включить систему забыли или просто пренебрегли этим. С модуля B в результате разгерметизации и частичного разрушения перекрытий нефть начала стекать на нижнюю палубу, где водолазы производят подготовку к погружению. Конструкция полов в этом помещении представляла собой решетчатый металлический пол, под которым уже была поверхность моря. Под потолком водолазного помещения проходил газопровод с рабочим давлением в 120 атмосфер. Попадающая в этот отсек нефть по замыслу должна была стекать в море через отверстие в полу. Однако вместо этого она начала там накапливаться и в итоге загорелась. Причиной послужило стремление водолазов к комфорту во время переодевания. Жесткие кромки металла приносили неприятные ощущения голым ногам. Не нашлось решения лучше, чем постелить на них резиновые маты, тем самым закупорив возможность стока жидкостей при закрытом шлюзе. Нефть горела и разогревала проходящий под потолком газопровод высокого давления. В итоге произошел третий взрыв. С этого момента изменить уже ничего было нельзя. Ситуация усугублялась тем, что через Альфу на берег транзитом перекачивалась нефть с других платформ Северного моря. Персонал соседних платформ заметил существенное снижение давления в отходящих трубопроводах, что свидетельствовало о разгерметизации в системе сбора и транспортировки продукции. Но остановить перекачку без команды руководства никто не решился. Таким образом, в охваченную огнем платформу ежеминутно поступали тонны нефти, газа и конденсата по множеству трубопроводов. На сегодняшний день это самая крупная техногенная катастрофа из произошедших на нефтяных платформах. В результате аварии из 226 нефтяников выжили только 59. Вот такая очередная история от меня в области науки катастроф. Иногда и они тонут. Здесь, пожалуй, уместно вспомнить поговорку: «Техника безопасности написана кровью предыдущих поколений». А я хочу в заключении этого видео сказать о том, что спонсорами этого и последующих видео выступили подписчики моего канала.
Уместно будет назвать имена этих людей и выразить особую благодарность Дмитрию Юрьевичу, Михаилу Сергеевичу, Анарна Масаглы, Наталье Викторовне, Роману Викторовичу, Илье Владимировичу, Роману Анатольевичу, Павлу Юрьевичу, Кайгызыс, Павлу Алексеевичу, Павлу Владимировичу, Светлане Николаевне, Вячеславу Сергеевичу, Артему Кондраткову, Юрию Арисову и Евгению Евгеньевичу. Выражаю вам огромную благодарность за оказанную поддержку. Канал теперь живет только благодаря вам. А с вами был Втехно 2. Всего вам доброго. Увидимся в новом выпуске на канале.